Пятницу, 8 июля в Тирасполе, в Екатерининском парке в День семьи, любви и верности пройдет праздничное мероприятие. В 6 часов вечера здесь, в парке, состоится выездная регистрация брака. Распишут молодоженов. Наверняка где-то здесь будет стоять красивый стол, а где-то рядом будут стоять молодожены Вадим и Ирина. По окончанию новую семью поздравит президент с супругой, а все присутствующие станут свидетелями. В пятницу в Екатерининском парке все будет о любви. Амурную атмосферу поддержат и художники. Писать будут вдоль всего озера романтичные пейзажи и портреты. А еще здесь, в ротонде, на протяжении всего вечера будет открыта выставка свадебных украшений. Можно будет купить венки из бусин, нежные заколки, усыпанные камнями, и броши. Думаю, подобные вещицы можно использовать и вне ЗАГСа. А потом низким басистым голосом ведущий прямо с этой сцены скажет: «Ни для кого не секрет, что с детства каждая девушка мечтает стать принцессой, красивой и нежной, женственной и грациозной». И начнется праздничный концерт, на который приглашают жителей столицы и ее гостей. По секрету, концерт закроет модельное дефиле. Свадебные наряды продемонстрируют самые красивые девушки Тирасполя. Будет на что посмотреть 8 июля в пятницу.